Ребятушки, всем доброе утро или обеда, у кого что, кто когда будет смотреть. А мы сегодня, мы наконец-то сегодня пошли в пещеры, но держим путь в Новоафонскую пещеру. О, какие запахи тут, просто волшебные запахи. О, Лена, чувствуешь, кокосом пахнет? Да. Это инжировое дерево, листья так пахнут. Да, вот это инжировое. А они гниют и все. Но лист пахнет вот такой кокосовый запах. Поднялись вот до этого здания. Это как идти в сторону Анакопийской крепости, да. И вот в этом здании касса. А роза вон смотри, Лена, какая шикарная. Представляешь, как цветут? Вот так. Представляешь, о чем я мечтаю? А я бьюсь, как эта рыба облется этими розами в Сибири. Вот где они растут. И без всяких этих. С левой стороны к этому зданию подходим. Поднимаемся наверх, где столовка написана. Вот, и здесь касса. Это ближайший билет на 2.40. Цена билета 700 рублей. Ребята, это на час билеты. Мы еще успели. Вот такие вот билетики дали нам. Так, вот метро. Проходи. В любой вагончик заходим. Давай дальше пойдем. Вот на этом метро мы сейчас поедем. Что-то места-то нету. О, нифига себе. Тут вообще мест нету. Пошли в начало. Нам ехать 3 минуты. Вышли из метро, одеваемся. Федя кофточку еще одевает, штанишки. Нет, все, мы пошли теперь в пещеру внутрь. Здесь уже сразу ощутимо прохладно, особенно с улицы, когда там плюс 25-30, все вспотевшие, выбежали в такой холод, да, резко. И они обнаружили 9 залов. И из этих 9 залов к осмотру подлежат 6. А... Там рот и глаза я вижу, да. Ну, это вот эти сталактиты. Угу. Ребята, обувь здесь нужна такая не скользкая, потому что мы в сандалиях и в носках, и у нас... А здесь мокро все, смотрите как. Очень большая влажность здесь. Очень просто большая. Вот в виде черепа, видишь, о чем говорили экскурсовод. Заунывная музычка играет. Загробная, как на панихиде. Почему так, непонятно. Уж лучше бы вообще никакой музыки не было, чем такая. Так, куда наступаешь, ничего не видно. Федя, иди аккуратно. Такая вот особенность. Мы где место прошли, там свет вообще выключают. А остается подсветка небольшенькая вот туда, куда идти получается. Это так подгоняют, что ли, чтобы в темноте не стояли. Время не тянули, как говорится. Потому что экскурсия рассчитана на 1,5 часа. Вот мы на час заехали. И следующая будет на сколько? На 2.40 следующая. То есть нам 10 минут выплюнуться отсюда и следующих загнать толпу, да? 100 человек. Но цену подняли с 500 до 700. Вообще необоснованно, я считаю. Абсолютно. Под звуки абхазской народной песни «Визнесали» мы с вами пришли на известковом холме, на который попадается вода насыщенной такции. Высота этой горы 15 метров. Высоты еще
в этом паровозе приезжает. Да, битком стояли люди аж. Так, здесь иди нормально. Здесь вот прям лужи стоят. То есть, ребята, да, если в пещеру, то обувь надо, конечно, какую-то такую. Не скользкую. Сверху и снизу висят, видишь? Федя больше всех не хотел, ему больше всех нравится. Кто-то на меня. Вот. Ой, ничего не видно. Или с веревочкой он, если хочешь. Это кальцит. Смотри, да, можно вместо подставки с веревкой взять на шею и одевать. Какие цены, скажите? От 200 рублей выше, девочки. Вань, минерал, определился? На подставке и вот этот? А на нем воду не было такая? Я бы на веревочке себе. Федя купил на веревочке за 200 рублей. Лена за 300. Сколько? За 300 рублей купила вот такой камушек. Можно его настаивать. Да, кальцит называется. А я... И в результате соединения сталактита со сталагмитами образуются кальцитовые колонны или сталагнаты. Обратите, пожалуйста. Где-то стала птица, видишь, какая здоровая. Резонанс же идет. Тут, наверное, уже уронили все, что могло упасть. Да. Вообще ничего не видно, ребята. Темнота. А, вот он самый большой торчит. Папа, еще один. Это точно не для детей экскурсия в эту пещеру. Мы пришли, да, куда-то? Все. Дальше нет лесенок? А, ну это-то. Все, ребята, наша экскурсия, походу, закончилась. Мы ждем, когда нас выпустят отсюда обратно. Мы хотим наружу, мы хотим на волю. На море и в горы. Обратно нам идти не придется. Выход здесь. Да, хоть по-умному сделали, что. Тебе понравилось? Я не хочу. Ну, хоть кому-то понравилось. Да. Если падать, мало тут не покажется. Если дренаж какой-то пойдет. Если это свалит. Конечно. Очень. Серость такая прям. А мне понравилось очень. Давай мне вот эту ручку. Пойдемте вот здесь еще глянем. Прям хочу еще раз с тобой. А там выход. Пойдем сюда. Обязательно. Они пытаются просто вырваться. Ура! А на выходе у нас есть подсветочка. Здесь даже видно, куда ты идешь, на куда наступаешь. И вообще хоть что-то видно.
Но это только кусок, вот уже на самом выходе все. Мы вышли обратно в метро. Он еще не приехал, да. Ждем вагончик. Сколько вы говорите? 120 человек, да? В общем, ребята, в электричку входит 120 человек. Каждые полтора часа экскурсия. Вон наш любимый монастырь. Вон он наш. Вон наш дом. Вот там наш дом. Там мы впечатляемся, вдохновляемся и заряжаемся, ребята. А вот это вот все, то, что мы сейчас смотрели, фу, наконец-то подышать. Я скажу честно. Федя, руку, Федя. В программе стоит вечера Симона Тонари. Вон Лена. Я скажу вам честно. 700 рублей мне жалко за вот эту вот экскурсию. И может быть это просто не мое, потому что, ну, видео вот вы посмотрели сами, да, что там и как. Там, во-первых, на мой честный взгляд, там не хватило подсветки, мне вообще абсолютно не хватило. Мне не хватило какого-то немножко хотя бы позитивного настроя. Вот эти заунывные песнопения и мрачность, вот эта серость, сырость, это все, ну, короче... Можно было и не ходить. В общем, это не первое место, куда надо бежать, приехав в Абхазию. Вот так я скажу.